подготовка к юбилею проходила очень сложно. Было в связи с тем, что много детей болело с эпидемией, пропускали занятия. Не от того, что да, они просто пропускали, а от того, что вот такие обстоятельства у нас сложились. И нам пришлось за 2 недели наращивать темп, и мы занимались почти каждый день в Доме культуры. Да, что-то не получилось, да, хотелось бы лучше. Но я считаю, зато мы увидели, к чему нам стремиться и какие ошибки мы исправим в дальнейшем. Конечно, еще маленькие детки у нас не на том уровне, как взрослый основной состав коллектива. Но они очень стремятся к их уровню. Одна девочка ко мне подошла и говорит: я хочу уже старшими танцевать. А я ей сказала: сначала научись младшей, перейди в среднюю, а потом будешь и старшими танцевать девочками.